Меня зовут Александр Кузнецов, и я являюсь квалифицированным мастером-дезинфектором. В этой сфере начал работать в 2017 году, и уже менее чем через полтора года, в 2018 году, я прошел обучение на дезинфектора в негосударственном, частном, научно-образовательном учреждении Институт ПС-менеджмента в городе Москве. Документы, подтверждающие присвоение квалификации дезинфектор, можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка на сайт приводится в описании под этим видео. Я представляю дезинфекционную компанию «Зеленый лук». Наша компания оказывает услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. А также мы проводим акарицидные и гербицидные обработки. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Предоставляем договоры и акты выполненных работ. За время работы мы собрали много положительных отзывов. Контактная информация, по которой можно к нам обратиться, находится в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и не пропустите новое видео.